Всем здорово, чуваки! С вами Варпач, Алекс и Хайпер, и сегодня мы играем CS GO Маньячка! Хей, братишки! Всем здорово! Ребятушки, запасайтесь вкусными печенюхами, хорошим настроением. Сегодня будет очень веселенький маньяк с нашими уважаемыми подписчиками. Ага. Ссылочку на карту вы найдете в описании, маньяка больше нет. Все, конец. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока! Погнали! Погнали, да. Ваш инвентарь до сих пор пустует? Пора это исправлять. Elite Case представляет. Бесплатные кейсы каждые 24 часа. Ежедневный бонус в размере 10 рублей. Частые промокоды. Все это и не только на elitecase.net. Ну что ж, ребятушки, все, мы начинаем нашу замечательную маньячку. За мной. Пойдем, Санечек, пойдем. У тебя есть какая-то жирнючая нычка? А что, это же стандартная нычка, Саня. Да, не-не-не, тут дверь как бы открывается, закрывается. То есть просто не попасть сюда, да, значит? Так, аккуратненько, ребята, пролазим, аккуратненько. А вон Зидан не знает, как пролезть, походу. Смотри, у него пинг или что, он так летает. У меня он фризится, да, прям вообще дико. Смотри, он не знает, как сюда попасть, лол. Он нас запалит, ему нужно срочно убегать, потому что... Отличная нычка на самом деле. Через 13 секунд маньяк выходит, ребятушки, он играет без худов. Играет без... Тихо. Ну все, он видит его, все, хана ему. Так, ребят, а вот здесь, по-моему, еще нычка есть, да, в горе. А он уже вышел, что ли, или что? Да, вышел. Да, в горе, по-моему, вон там нычка, если не ошибаюсь. Могу ошибаться? Пока не стоит. Если не стоит, то не стоит, Сань. Знаешь, такая обычная это есть поговорочка. В смысле? Сань, ты слишком близко был, Саня. В смысле? Да потому что это мы. Сань, да это не мы, Саня, он тебя засек. Подожди, вот это вот уже палево. Вот это. Так, Хайпер, отойди маленько, отойди, он сейчас тебя заденет. Тихо. Так, надо как-то валить отсюда. Ой-ой-ой. Нет, тихо, Саня, не шуми. Знаешь, как надо? Нужно это, короче, будет отсюда срочно убегать. Сейчас он идет к переду машины, и мы срочно, в срочном порядке просто убегаем. Не знаю, куда, в дом. А, бежим. На кухню можно, кстати, сбегать, мне кажется. Так, слушай, уйди, брат. Он понимает, что мы тут, но он просто не знает, как попасть сюда. Он попал сюда! Ребят, зажимаемся! Нет, все, понятно. Не надо, подожди! Беги! Я нажал! Я сам не знал, как выйти, так, отлично! Он нас убил, все! Тихо, пацаны! Мне кажется, он может защитить. Давай, быстрее! Тихо, он сзади тебя. В смысле сзади меня? Не пугай меня, блин. Ой, это он сюда зашел? Да, сюда зашел. Ты видел головку? Видел, тихо. Мне кажется, он слышит. Типа здесь телепорт был. Подожди, да, если что, здесь был телепорт. Да ладно! Не, ну знаешь, мне казалось, что мне хана, потому что когда троих зажимают в одном месте, ну, я думал сначала, что один, он, конечно, он даст убежать. На меня переключился, да, я видел. Это нам повезло вообще. Единственное, что плохо, у нас никакой связи с ним нет, у него выключены худы. Мы с ним могли общаться только когда команды перезаходят. Отлично. Отлично. Мы ему 2 часа объясняли, как худы выключать, как это все делается. Так. Оп. Отлично, так, подожди. Это начался троллинг. Блин, даже в чат я напишу, он не увидит подсказок же. Тихо, осторожно. Он сзади тебя. Не пугай меня. Подожди. Стой, в горе можешь спрятаться. Прячешься. Тихо. А это ты петуха призывал, Саня, что ли? Тихо. Мне кажется, он знает, нет? Он слышал. Он где-то топчется. Вот знаешь, самая, сука, корявая, вот не знаешь, куда спрятаться. Точнее, не знаешь, где он, когда прячешь. Так, тихо. Он, наверное, знаешь, понимает, что здесь дверь-то закрыта. Ну-ка, он проверит ее, не проверит. Я просто не знаю. Да, думаешь, как будто ты запоминаешь, какие двери ты открывал, какие ты закрывал. Все, я понял. Привет. Привет, братан. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Быстрее закройся, пожалуйста. Галя, закрывайся. Успел. Надеюсь, успел. Тихо. Галя, закрылась. Все. Просто последние секунды. Тайминги. Порежь его. Тихо. О, ребятушки,
вот это было сейчас потненько и круто. Вот это реально было прям, да, ну прям угарно. Лайкусик бы за такой я точно поставил. Ну что ж, сейчас у нас Санечек-маньячочек. В этом раунде он у нас будет искать. И, Сань, обязательно нужно налепить тебе, знаешь, вот, ну, как бы вот без этого никак. Никак вот без этого. 10 секунд. Сразу ясно, чей. Так, 10 секунд. Бежим, бежим, бежим. Хайпер, сюда, сюда, сюда. Хайпер, 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 хайпер. Сюда, просто сюда. Я иду за тобой. Вот, все, отлично. 3, 2, 1, я пошел, ребята. Тайзер, здрасте. Да, ты тайзер. Подожди, Сань, останься еще в той этой самой кочеврышке. Сначала. Так, здесь никого. В кочеврышке. 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 Кто-то топчется рядом. Да кто-никто. Мне кажется, нет, вряд ли, Сань. Вряд ли тут в кустах спрятались, не такие же дебилы. Ну вот именно, ну, да. я тоже про это думаю. Мы не такие. Мы что, совсем что ли на матанг похожи? Нет, стоять. Мы ж не ты. Во. Сука! Дебилы, они бы хуже даже. Да я парасетей бы в кустах бы спрятались. Санька, парилка, водка и горилка. Сват проверю. Так как Саня нашел в предыдущем раунде нас очень быстро, он искал нас в кустах, искал нас еще где-то, но нашел в этих сраных ящиках. Ладно. А, Хайпер, у меня есть для тебя предложение, где ты? Ты где, брат? Я на улице. Я на улице. А, в смысле, найти не можешь, вот я стою. А, вот он ты, пойдем быстрее, потому что Саня выходит через 5 секунд. А как тебе это не через 5. Пойдем. Просто иди за мной. Просто иди за мной. И все. Просто идем. Сюда. Вот сюда, смотри. Вот сюда, вот. Просто за мной. Смотри, пойдем. Так, вот здесь, вот так, вот так, так, так. Подожди, здесь, вот здесь есть один прикол. Вот здесь, вот здесь, вот. Хоп, сюда, оп, иди сюда. Тут никого. Да, только самый прикол, смотри, просто так ты сюда не запрыгнешь. Здесь как бы невидимый такой объектик. Вот как можно на. Ну, брат, здесь личка для одного, ну извиняй. Ну хорошо, хорошо, хорошо. Уговорил. Я вот так вот посижу. Я посижу вот здесь. Хотя нет, давай местами махнемся. Давай махнемся. 50-50. Да куда? Ты куда собрался лезть? Да я пройду, Давай, все, меняемся. Все отлично. Ты спрячься туда, спрячься. Саня же у нас без худов играет, поэтому он нас вообще никогда ни за что не найдет, мне кажется. Слышь! Кирилл! Чё? Смотри на меня. Стой. А чё там? Наполовину вылези. Подожди. Чего? Подожди-ка. Чё там? Ой, хорошо. Всё, я согласен. Нормально, да? Да, я согласен сидеть тут. Саня. Чё? Скажу так, ищи, ну, в принципе, где-то... Нас в клубе. В подвале, Сань, в подвале. Вот можешь искать в подвале нас. О, сиди правильно, присядь. Можешь голову помотать? Пошел ты, извращенец, Хайпер, извращенец. И смотри, у тебя руки на вазелинины уже, Вот посмотрите на него, руки на вазелинины. Ты видишь этот пистолет? Ты ствол-то, ты мой, видишь Глок 18 градиент, да? Вот подороже будет. Так, Саня, давайте в этот, вниз, пожалуйста. А я внизу? Вниз. Вот, и давайте ищите. А, вон он бегает, я вон вижу его. Тут никого. Вот он, лол. Да. Давай, Сань, пробуй искать нас в катакомбах. Сюда еще возможно, можно. Ты нас сейчас найдешь. Бы нас стрелять бы, может быть, да, сейчас бы стрелять и не попадать 2К17. Вот вообще, Сань, вот, ну вот. Вы стрелять. Слышали, стрелять, там, стрелять научись, Сань, вообще. Снимай свои перчатки. Во-во. Да слышит, ты мне что ли говоришь, Да тебе, обмен перчатки. Нет, я не сниму свои перчатки. Вообще ни за что никогда не сниму. За что снимать перчатки-то вообще, скажи мне? Подожди-ка, а что это варпать продолжать? Да вот где-то там сидит. Сука! Да. Кто бы знал, что это говно простреливается, такая нычка топовая, туда еще хер попадешь. Как я уже понял, Санек просто показал свой высший пилотаж, и теперь нужно бежать. Пойдем. Иду. Заметьте, у вас 10 секунд, пацаны, остались. Да, идем. Прячемся. С Сашкой мы уже... Ну-ка, пойдем, Сань, ну-ка, пойдем Саня с тобой. Лес. Подожди, это Саня? Но это Саня, да. Саня вот здесь. Саня, вот он, да, что Саня. Бэнг, Саня в здании. Но это изи же тут, и это изи, я тоже знал про это. Так, делаем. Тоже знал об этом? Да, знал. А про это? И про это знал, но это видно же просто, да. Ну, давай тут. Хорошо, давай тут. Давай, хорошо. Вот здесь тоже черное, да? Ну, да. Не, по-моему, здесь тупик уже. Я что-то проверял. Потому что вот.
Что, потому что вот? Что потому что? Потому что вы говорите про темную... Не, а вы там. Какую темную? Про... Так, а, кстати, надо же выдать себе это. Да, тазер пример. Себе выдайте, пожалуйста, потому что без тазера жизнь нелегка. И находить жертв очень сложно будет. И худышки, не забудьте туда. Выключить, пожалуйста. Ты туда. Уйди. Так, значит, машина, никого нету. Ладно, пойдем дальше. Никого. Ой, абсолютно. Темно, на машине темно. Никого, никого, на машине никого, никого. И уносит меня. Звенящую такое? Белую даль. Нигер. Три белых коня. А ну-ка, сука, спрыгни с меня. Декабрь, январь, февраль. Запрыгнул на меня, блин. Я, кажется, понял. Кто-то снизу спрятался тут, как всегда. Арт, залезь обратно. Арт. А ты охуды выключил? И не трогай ничего. Сядь и сиди, братан. Он просто, он так палит вообще жестко. Арт, поглубже, поглубже, поглубже. Со стороны так это звучит нормально. Ну поглубже. Поглубже, пожалуйста. Ну поглубже. Ну по-братски такой, поглубже. Сука, да куда ты залазишь? Прекрати залазить на меня, эй. Чё, у вас там тройничок? Двойничок? Ага, двойничок. У нас пикничок на тройничок, вкусно очень. Так, я, знаешь, я вот сижу, сука, и как маленький чувачок боюсь, когда в какой-то... дырки вылезет хайпер у нас. Хайпер! Зайди в комнату и выключи свет. Опа, чё? Свет! Это ты где-то в доме его сейчас убил, да? Да, я в доме, короче, на втором этаже. Ясно. В доме понятно, понятно. В доме каждый второй, мне кажется, умеет убивать. Это тут что-то. Сейчас бы еще Кириллу бы спрятаться в доме, да? Сейчас бы мне в 2K17 в доме прятаться. Вообще, кто прячется? Сань, ты прячешься в доме? Нет. Вот и я не прячусь в доме. Кто спрятался в доме? Кто сейчас будет прятаться в доме? Нормальный человек вообще. В 2K17 в доме прятаться. Ну ты ж. Каждая вторая карта по маньячку это дом. Ребята, давайте, кто делает карты, прекратите делать дома. Делайте небоскребы или какие-нибудь, не знаю, там чем-нибудь классное. Острова какие-нибудь. Острова, да. Корабль. Там, корабль, чем-нибудь тематическое. И лучше светлую карту, если вы делаете, ребят. Да, смотрите, сколько пожеланий сразу прилетело. Made by Alex сколько Fox. Сколько идей дали. Это, Хайпер, я даю тебе сразу подсказку. Подряд. Мы в подвале. Давай, ищи в подвале. Да ёпарасы. А ты думал, что мы в доме? Ты реально думал, что мы в доме, что ли? Ну чё, мы же говорили. Ну, мы честные люди, мы честные ютуберы. 1,5 миллиона подписчиков. Ну чё, ты о чём, братан? Разве мы можем обманывать? Брат. Спасибо. Мы 80. Разве мы можем это обманывать? Поздравляю, брат. Поздравляю тоже, брат. Ну, мы же не можем обманывать. Мы честны друг другу. Мы просто светлые. Наша совесть чиста, да, действительно, знаешь. Вот об этом. Неправда. Почему неправда? Меня тут обманывает. Да никто тебя не обманывает. Тебя я тебе говорю, никогда совесть не всегда чего чиста. Здесь только не понаходил я. Где ты не понаходил? Ага. Ты хотя бы нормально бы говорил, где ты что там находишь, что ты пытаешься найти. Ёпта! Что здесь такое, пацаны? Где? Тихо, тихо, не стреляй. Ой, я тебя испугал. Тихо, не Саня, стреляй. Саня, это ты, конечно. Не стреляй. Дебил. Маньяка испугай. Иди, иди дальше, когда шел. Иди дальше. Нет, блядь, урод. Ненавижу тебя. Зато ты этих двоих, ты мог... Понимаешь, ты мог двоих поймать, а поймал только меня одного. Да, мог двоих поймать. Ты просто профукал всех. Просто профукал, вообще не говори. Не надо было лезть и убивать. Сейчас бы профукивать. Сейчас бы профукивать, не говори. А кто здесь? Хайпер, я на тебя обидел. Хайпер, ну ты вообще, ну ты вообще. В смысле, он-то здесь, да? Ну он мы просто здесь, вылезли, здесь. Хайпер, за тобой. Сзади тебя бы вылезли я и убежали. Читеры. Читеры. Я тут, значит, Саню испугался. Я сразу понял, что ты полезешь дырка, 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 дырку. А мы перед дыркой вот спрятались, да. Варпач, ты мне должен. Ну что ж, бандиты, надеюсь, вам понравился такой небольшой маньячок. Сегодня у нас мини-карта была. Показали вам все абсолютно нычки, которые мы нашли, которые вообще есть. Есть на этой карте. Если вы захотите сыграть с друзьями в эту карту, то ссылочка будет в описании. Сейчас у нас небольшой дефицит, и поэтому нам приходится выбирать из того, что есть новенького. С вами были, как всегда, Варпач, Алекс Фокс и Хайпер. Что-то там Хайпер базарит, не знаю, у него телефон еще там шумит на заднем плане. Я хочу, короче, знаешь, что сделать? Пока ты будешь прощаться, хочу умереть. Пожалуйста. Получилось, можно было и так. Вот, ребятки, все, всем спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наши каналчики, ставить лайкусики. И всем удачки, и всем пока. Покусики, ребят. Всем пока. О, и конец.